Для 100 ребятишек хутора «Красный курган» сегодня началась новая жизнь. По расписанию, это первый такой детский сад в Анапском районе, где с помощью специальной мебели можно оптимизировать пространство и обойтись без оборудованных спален. А значит, разместить на порядок больше детей. Новая кухня наполнилась ароматами. Дети кушают с аппетитом. Пищеблок, оборудованный современной техникой, позволяет готовить полезную для малышей еду. Даже в таком большом помещении тепло. Собственная газовая котельная работает в автоматическом режиме. Пока взрослые думают о комфорте и безопасности, маленькие обитатели нового сада привыкают к новой взрослой жизни. Спали, гуляли, играли, игрушки. В садике очень-очень красиво. Ребятишки, знания, опыт жизни. Вот это все я люблю. Большое внимание безопасности. Обеспечивается круглосуточная охрана детей. Вход строго по пропускам. Детское учреждение – одно из немногих в Анапе, оборудовано самой современной системой пожарной безопасности. Но самое главное – мамы малышей могут наконец-то выйти на работу. У самих малышей началась насыщенная жизнь, а у коллектива детского сада появилось прекрасное место для работы.